Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В регионе за минувшие сутки значительно возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Зарегистрированы 32 аварии. Есть пострадавшие и все пешеходы. Накануне в Гомеле на пешеходном переходе грузовик наехал на двух женщин. ДТП произошло на улице Барыкина. 21-летний водитель управляет автомобилем МАЗ, двигаясь по улице Барыкина со стороны улицы Борисенко в направлении улицы Сосновой. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу совершил наезд настоящее транспортное средство «Форд Фокус», который пропускал пешеходов, после чего от удара грузовой автомобиль МАЗ отбросило на встречную полосу дорожного движения, где он совершил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщин с тяжелыми травмами увезли в Гомельскую областную клиническую больницу. В отношении водителя МАЗа возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает причины ДТП, назначены судебно-медицинские, автотехнические и иные экспертизы. Реки вновь выходят из берегов. На территории 6 районов области начался паводок. По данным Гомельского областного управления МЧС, подтоплено 27 подворий и 2 участка дорог. Повышение температуры воздуха привело к разливу рек в Рогачевском, Реческом, Мозырьском, Петриковском, Житковичском и Брагинском районах. Уровень воды за сутки поднимается до 18 сантиметров, на отдельных участках на полметра. В ближайшие дни рост уровня воды продолжится. По прогнозам синоптиков, на Припяти в Петрикове вода выйдет на пойму. Спасатели постоянно отслеживают ситуацию, патрулируют размытые дороги и потопленные подворья. Ситуация постоянно мониторится. Данный вопрос рассмотрен на областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Выработан ряд мероприятий для всех служб, задействованных в данной работе. Сейчас осуществляется мониторинг областной комиссии выполнения всех этих мероприятий на местах. Такого обзор происшествий к этому часу. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. Берегите себя.